Всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 30-й выпуск второго сезона проекта Гор в Майнкрафте. В этом выпуске обновлений было не так уж и много, по причине того, что мне было лень, и главное, не было идеи, для что построить. Но тем не менее, друзья, кое-что построил, друзья, поэтому садись поудобнее, кое-что будет интересно. Первое обновление также добавило новое живое здание. Это то же самое, что на Комендантском проспекте, то города уже здание. Четырех парадные, друзья. И также я построил супермаркет проспект и Икея. Вот первая в городе Икея. Первая в Алисатовске, друзья. Давайте посмотрим. Тут у нас такие вот кассы, друзья. Такие вот кассы в цвет логотипа. В проход. Тут у нас все как по стандарту. Тут у нас шерсти, красители, цемент, бетон. Тут у нас сиденья, сидушки, диваны, такие вот скамейки и так далее. Тут у нас должен был быть отдел с кроватью, но, к сожалению, каким-то фигом вылетел. Следующий объект у нас столы, стулья. Стандартный стул, такой вот, ну типа школьная парта. Правда, в Икее их не заказывают. Такой вот стол 2 на 2 блока. И такой вот пляжный, что ли. Ребята, извиняюсь за то, что я решил доделать. Там просто произошел недочет во время выпуска, поэтому вот. Следующий вот. Дальше вот этот мать. Все для кухни. Тут тоже фейл с дверями. Фейл с кроватями, дверями и так далее. Извиняюсь. Так вот, тут у нас печки такие вот, тут у нас кухонная вытяжка и холодильники. Тут у нас двойной холодильник, тут одинарный. Здесь с одной дверью. Морозильная камера. Дальше, друзья. Дальше. Ой. Вот, тут у нас такой вот шкаф, сундук. Сундуки. Ребят, я еще раз извиняюсь за то, что мне приходится доделывать именно во время съемки, друзья. В общем, вот. Тут, короче, у нас декоративная мебель, тут у нас верстак, проигрыватель, чародейский стол, книжная полка, полочка с цветами, сундуки, шкафы, шифонеры и так далее. Следующий отдел, это уже отдел с дверями. Тут у нас представлены все двери, которые есть в Майнкрафте, то есть обычная дубовая дверь, железная, березовая, из темного дуба, акациевая, еловая и из тропического дерева. И последний отдел, друзья, это у нас с ваннами, то есть типа сантехника и так далее. Тут тоже был быть унитаз, друзья, но исправить не получится. Это легко исправить. Все. Тут у нас такая ванна эконом-класса, то есть такая стандартная, как маленькая. Тут побольше, душ, вот. Раковина и унитаз. И все, тут даже кассы. Также решил сделать дополнение, друзья, то есть добавил еще чуть-чуть магазинов, то есть уже на другом отделе. То есть это уже получается не просто гипермаркет, а Икея, пристроенный к дому. А своеобразный, ну, как гипермаркет такой вот, особого, так сказать, класса, друзья. Так, тут у нас канцелярский товар, канцелярский товар, то есть, типа, ножницы, клей, бумага, карандаши, фломастер и так далее. Также я прописал то, что там еще продаются DVD-диски, флешки USB-шные. Ну, еще, для компьютера, то есть, типа, клавиатуры и так далее. Альфа-банк, друзья, вот это уже не жданчик, друзья, Альфа-банк в Алисатовске. Ну тут у нас все тоже такие вот. О, кстати, тут забыл. Не знаю, тут. Этот момент я чисто не заметил. Оставил все как есть, друзья. То есть полки я не заменял, то есть вот эти вот. Типа там, типа прилавки.
И, друзья, я, честно говоря, возможно, перейду, пускай сделаю, уже будет не Альфа-банк, а какой-нибудь городской банк, типа Челябинвест или Челинбанк, что ли. Дальше у нас салон связи, мегафон, тут то же самое же, что и там, те же полки, стол, стул, то есть место для продавца. Магазин одежды и обуви, портал, то же самое, просто покажите цвет. Тут у нас зеленый, тут красный, тут синий. То есть дальше оплата услуг ЖКХ, то есть это уже вторая точка, место, то есть второе место, где можно расплатиться за услуги, коммунальные услуги, то есть типа за свет, воду и так далее. И следующее, друзья, это уже администрация торгового. Тут у нас сидит администратор, пишет что-то на ноутбуке. Тут у нас полки с книжками и все. В принципе, на этом, в общем, вот такой вот получился маркетинг, друзья. И напоследок, друзья, кстати, это была парковочная зона и также внутриквартальный проезд. Вот он. В принципе, теперь в этом микрорайоне есть парковочная зона. То есть место, где можно припарковать свою тачку, свою машину. Ну если в рамках планов на будущее, друзья, тут у нас, возможно, будет парк, тут у нас дорожка, соединяющая третий микрорайон с вот этот третий микрорайон с четвертым. Такой вот. У нас еще один маленький микрорайон внутри четвертого, но не суть. Так вот, здесь, возможно, будет построен парк, тут будут посажены деревья и так далее. Также тут у нас добавлен асфальт, то есть тротуар, ведущий от Комендантского проспекта по мимо вот этих пятиэтажек, то есть ну, так сказать, вдоль микрорайона, друзья. В принципе, если здесь появится какой-то парк, ну, то этот микрорайон получит имя парковый, друзья. Ну и в завершение, друзья, я хотел у вас спросить, хотите ли вы, чтобы здесь был парк? Если да, то пишите плюс. Если хотите что-то другое, то пишите минус. То есть, если вы не хотите, то пишите минус. А если что-то другое, чтобы. То есть, ну, типа, чтобы я что-то другое, еще что-то сделал, то пишите свое дополнение в комментариях под видео. Я буду, вам не сложно, а зато мне будет приятно. Ну и на этом мой выпуск подходит к концу. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи, что еще построить в этом городе. А на этом с вами я прощаюсь. До новых встреч, до новых видеороликов. Всем пока!